обвинение в данном уголовном деле ориентировано на вынесение обвинительного приговора по статье 205.2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Просили назначить наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы и по совокупности преступлений в порядке статьи 69 части 5 Уголовного кодекса в виде 15 лет лишения свободы. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы ровно по статье и по совокупности преступлений также в виде 15 лет лишения свободы, то есть на что и в принципе ориентировало обвинение. Он уже был осужден в 2017 году за причастность к незаконному вооруженному формированию и также за участие в незаконном обороте предметов, запрещенных к обороту. Это оружие, взрывчатые вещества и так далее. Ему было назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы. Но надо отметить, что сам он свою причастность не скрывал, написал явку с повинной и в дальнейшем ходатайствовал о том, чтобы дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Соответственно, и закон накладывает в этом случае ограничения на назначаемое наказание.